Строительный день, среда, по традиции начинается на одном из социальных объектов. Сегодня узнаем, что за 2 недели произошло на стройплощадке школы в сельском поселении Медвежьеозерское. Строят школу быстро. Корпус почти достроен, над спортзалом уже начали монтировать кровлю. По мере возведения очередного этажа строители сразу вставляют в окна стеклопакеты. Параллельно ведутся работы по благоустройству пришкольной территории, которым морозная погода не помеха. И материалов, и техники, и рабочей силы достаточно. На объекте провел рабочее совещание глава района Алексей Валов. Одной из основных задач сейчас является пуск отопления. Необходимо откорректировать проект по узлу учета на входе в здание, закрыть тепловой контур, это крыша, окна и двери, и приступать к монтажу внутренних отопительных систем. Трубы уже есть, радиаторы отопления поступят на стройплощадку в течение недели. Основная задача – благоустройство, тепло подать и кровлю закрыть. Как только накроем крышу, как только запустим тепло, подделочным работам, само собой, все проблемы снимутся. У них достаточно средств механизации, и они установили сроки сделать отделочную работу. Глава отметил хорошую динамику работ. Есть определенные перебои с финансированием со стороны генподрядчика, но, по словам Алексея Валова, они преодолимы. Уже в декабре будут поданы документы в органы стройнадзора на получение заключения о соответствии пристройки к Медвежьеозерской школе техническим регламентам. Это ключевой документ, позволяющий ввести объект капитального строительства в эксплуатацию. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».